Всем привет. Ношу вот такой браслет Xiaomi Band 2, что ли. Вот. Но тут проблема в том, что всегда рвутся вот эти штучки. Такая вещь ненадежная. Вот. И вечно пачкается. Вот он был белоснежно-белый, а стал вот такой вот серый. Вот. И я на Алиэкспресс заказал интересную штучку. Сейчас вам хочу показать, как она выглядит. Это пока отложим. Берем ножницы. И вскрываем вот такую вот штучку. Вот она, запечатанная. Вот тут вот вскрываем. Угу. Вот такая вот упаковочка. Довольно-таки твердая. Тут вот есть бумажка какая-то рекламная. Она не нужна. Вот что я вам хотел показать. Вот этот интересный браслетик. Уже вот штучка от него отлетела. Мы ее в сторону уберем. Видите, какая интересная вещь. И вот мы теперь берем. Наверное, вот так вот носить будем. Так проще всего застегивать. Да. Вот. Соответственно, кнопочкой вниз вставляем. Вот. И одеваем вот эту штучку, она на магнитах. Бряк. Оп. Видите, все одето. Вот такая вот интересная штука. Вот этот чехольчик тоже снимем. И этот чехольчик снимем. Защитная пленочка. Ну, конечно, чтобы не поцарапать. И главное, еще не снимешь особо-то. Все, готово. Теперь одеваем на руку. У меня рука довольно-таки большая. Оп. Как вам? А? Как смотрится? Всем советую. Ссылочка на товар будет в описании. О, спасибо. Всем пока.